Мама что готовит? Сырные пирожочки такие. Значит, берется, что делается? Сейчас я вам покажу, расскажу. Так, берете сыр, лаваш, кусочек лаваша, прямо берете вот так сыр, в него кладете и заворачиваете. Можно даже пополам, вот так много будет. Вот. Сейчас вот так сделаем, чтобы сыр не растекался. Вот, потом макаете вот так в яйцо и ставите на жар, на жарить. Вот тут они, видите, когда сыр там внутри, они как пирожочки получаются. Очень вкусно. Рекомендую. Такой быстрый способ перекус. Либо завтрак, либо вот ужин. Мы обычно плотно не ужинаем, так что мы сейчас перекусим этим. Снятие на такой. Вот так. Берете. Очень все просто. Делаете маленькие такие. Раз, раз, завернули. И потом. Сейчас пока у меня там так поджарится. Продолжаю делать потолок. Утеплять. В принципе, у меня уже все практически сделано. Вот осталась вот эта полоса у меня крайняя. Вот там надо будет немножко переделать мне кабель-канал, опустить чуть-чуть. Вот. И, в принципе, ну и вот там утеплить вот эти маленькие. Также стала вот эту стену утеплять. Вот. Видите, угол тут утеплен уже. Тут у меня же была как бы отдельная крыша. Пришлось запенить, чтобы оттуда воздух холодный не попадал. Потом я все аккуратненько это зашью, и не будет ничего видно. Печку все-таки решила я вот сюда ставить, в этот угол, где у меня стол был. И вот видите, там я не утеплила кусок, как раз оставила под трубу. Там буду делать трубу. Сегодня вот занималась только этим. Слушайте, и даже, мне кажется, даже теплее стало на веранде. Перестало щелей дуть. Вот. И теперь вот немножко осталось закончить. Не успела сегодня. Уже 4:30. Уже темно на улице. Поеду домой. Приезжаю вот на пару часов. Ну, сегодня вот побольше поработала. 4 часа я. Поэтому у меня сегодня тут вот практически я все и зашила. Немножко осталось. Вот. Так что вот такие дела. Потихонечку работа движется. Потихонечку дела идут. Сегодня мы приехали с Егором. Вот, он решил костер пожечь и заодно пожарим шашлыки. Решили шашлычков сделать. Давно мы не делали. Сегодня теплый день. Ну, где-то -2, может быть, -3 всего. Я веранду доделываю. Почистили его тут снег у него, с ним вместе. Он уже на лыжах покатался. Учится, да, учится на лыжах кататься. Ну и вот заодно занимается костром. Я пойду дальше заниматься верандой. Будем шашлык жарить сегодня. Плохо, что вся семья не может приехать, но тут ребенку, конечно, будет прохладно маленькому. Вот, поэтому. А Егорке нравится, да, Егор? Нравится тебе? Вот. Будь аккуратнее с топором, Егорушка. Все, я пошла работать, хорошо? Все, давай зачет. Да, чай горячий придешь, попьешь. Да. Варим шашлычок. Да. Немножко мяса и чуть-чуть крылышек взяли. Да, очень. Не сами делали, готовое взяли уже. Да. Егорка уже кушать хочет, да? У меня уже стенки текут. И живот уже просит. Вырывается. Чаю напились, но кушать все равно хочется, да? Да. Ну вот, наработался. Ну, потому что чай, это же не еда, а пить. Да. Да, может, уже вот это. Наконец-то я завершила утепление потолков на веранде. Все и там везде.
всю веранду все сделала. Потом пену уже буду срезать и буду заниматься. Ну, не сейчас. У меня ДВП есть, но оно кривое, его надо выравнивать. Чтобы его выровнять, надо его мочить. Поэтому буду уже весной, когда тепло будет, буду зашивать ДВП все это дело. Вот. Что у меня останется? Ну, это внутренняя стена. Я, наверное, ее не буду утеплять. В принципе, она у меня будет, должна быть тепло. Но если уж в крайнем случае она будет холодная, я набью брусков и утеплю и эту стену. Там за этой стеной у меня мастерская. И она не отапливается. Если вот та комната у меня отапливается, и маленькая тоже будет отапливаться, и веранда, то та нет. Наверное, надо будет ее утеплять тоже. Ну, в смысле, вот тут утеплять. В общем, надо будет подумать. Посмотрим. Тут вот тоже стенку утеплила. Вот. Остались у меня вот эти стены. И у меня начну я делать окна. У меня окна есть. Я, наверное, из них стекла вырежу и сделаю сама окна. Не буду ничего заказывать. Денег все равно нету. Будем делать сами. Ну вот вроде все на сегодня. Все те, кто не подписывается, смотрит так канал, подписывайтесь. Это мне будет приятно. Это раз. Второе. На YouTube сейчас я не зарабатываю вообще ничего. У меня монетизация, то есть не работает. То есть я не получаю ничего. Если есть возможность, первый раз прошу. У меня под каждым видео есть и карта Сбербанка, и донаты. Поэтому, может быть, кто-то и кинет мне копеечку. Было бы хорошо, потому что вот сейчас мне надо печку сюда покупать. Я посмотрела, 19 тысяч плюс трубы все, ну еще где-то двадцатка. То есть где-то надо мне вложиться 40 тысяч только в печку. Если кто-то сможет помочь, буду очень-очень благодарна. Всем большое спасибо, что смотрите видео, что пишете комментарии хорошие мне. Большое-большое спасибо вам. Всего вам доброго. До свидания.